Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с координатором акции «Бессмертный полк» в Чебоксарах Оксаной Очкасовой. От 143 до 25 тысяч человек. Такой размах приобрела акция за 4 года. И это только в Чебоксарах. В республике в этом году общие колонны с портретами своих родных и близких участников Великой Отечественной войны прошли почти 60 тысяч человек. Только у нас есть озвучка, например, по дороге. То есть ни в одном городе больше такого нету, да, и народ просто обычно идет, сам поет. А у нас вот все, я говорю, каждый год больше и больше пожеланий мы вот так учитываем. Вот, очень много хороших по этому году отзывов. На следующий год будем больше народу собирать. Томск, а затем и другие российские города встали в ряд бессмертного полка. И в каждом формируются свои традиции.